Так, я дам. Спалить. О, боже мой, меня видит! О, боже мой, как теперь играть? Итак, мы снова вернулись в ту игру, где нам нужно было пропускать жителей в дом. Но только теперь здесь появилась вторая карта, и это госпиталь. Мы проходим вместе с Достишкой этот плейс, надеюсь, сегодня мы его пройдем полностью. Так, у нас тут опять же таки генератор стоит. У нас здесь также карта. Также у нас тут окно и 12 жителей, которых нам нужно будет пропустить, вернее, пациентов уже больницы. И нужно будет исследовать этот плейс как раз таки сейчас. Нужно будет побегать, позакрывать все двери, которые здесь открыты. Ну, кто смотрел первую часть, тот уже знает, как, в принципе, здесь... А, нет, тут не двери! Тут надо за пациент... Что? Это что, морг? Да, мы сжигаем людей. Офигеть! Мы в морге! Подожди, а что за витамины я могу взять? Я какие-то витамины взял? А ну, я могу их принять? Или я могу дать витамины? Да, я могу дать витамины этому типу. А, подожди. Короче, мы должны дать им витамины, типа, и получается, все. Он, типа, как бы, у него пульс, типа, становится нормальным. А, понял, кто-то живой, а кто-то не. Да, кто-то, а кто умирает, типа, того надо сразу сжигать. Ой, черт, что это такое? Осталось жителей 12, вот, ну, то есть, пациентов в больнице. Итак, у нас тут сразу обучение, нужно будет пропускать медицинский персонал, потом давать витамины пациентам, и, ну, мертвых пациентов нужно... Что? Они могут спавниться призраками! Короче, их нужно будет сжигать, чтобы они не стали призраками. Так, я взял таблетки. Подожди, надо кому-то их дать, потому что у меня рука. Вот этому типу. Будем начинать пропускать людей или нет? Офигеть! Не, ну это намного сложнее, чем другие плейсы. Ну это вообще сложно. Мне сейчас еще нужно найти то место, где мы начинали. Так, ну я, по-моему, где я? Вот так, генератор, вот наша комната, все. Ну что, погнали, попробуем. У нас тут первый пациент. Вроде бы он выглядит нормально. А, у нас фонарик есть, надо не забывать, кстати. Так, я тебя жду, короче, сейчас будем смотреть первого пациента. Я тут уже. Или первого медперсонала. Так, ну-ка, нормальный, да, вроде? Ну, вроде норм. Что за эхо такое, блин? Так, ну все, он пошел. Так, смотрим на камеры быстро. У нас же тут... Так, где? Где? А он где не превратится? Я вот не знаю. Как раз посмотрим. Так, пациенты вроде бы все нормальные. Вон он пошел, я его вижу. А куда он пошел? Ложится? О, у нас новый появился. Не, значит нормально. Так, что он говорит? Чувак, мне нужно на работу. А, у него перевернутая голова. Посмотри, все, этого мы точно не пропускаем. Это еще тот ушлепина. Такие нам не нужны. Так тебе надо было просто посмотреть, что за тип. Кстати, телефона здесь уже нет. Тут, то есть, получается все. Мы не можем вызвать диспетчера. Так, я его не пропускаю. Пошел вон! Надо, кстати, вот тут еще можно смотреть. Когда они заходят. У нас прям вот возле нашего места здесь. Так, ну вроде бы все ок. Так, я посмотрю пока по камерам, какие пациенты у нас в норме или нет. А я лечу пока что, их, ты можешь. Так, продолжать. Я смотрю пока. А, я тебя вижу вон на камерах. Так, сейчас посмотрим. А, генератор. Чем так, надо посмотреть. Так, генератор, смотри. Ну, хоть генератор не надо заправлять вот это по-дебильному. Так, тут, в принципе, пациенты сейчас в норме все. У них ХП там... А, нет, у одного, по-моему, там голубая комната. У него... Да, все. А, все, у него фул. Так, все, следующий, короче, у нас тут... медперсонал. Блин, он какой-то стрёмный, я не знаю. Тут надо посмотреть тебе именно. Ну-ка. Я не знаю, ну, у не него... Не знаю, вроде как адекватный ведь, нет? Да ты посмотри. Ой. На него, где он адекватный? А нет, ему что... точно 100% лечиться надо, пойдем. Да куда? Это же наш медперсонал, он не должен так выглядеть. Нет, подожди. Да ему просто лечиться надо, все хорошо ведь. Ну ладно, ну подожди, дай я посмотрю, где он. Вон он пошел, аккуратно спрячься куда-нибудь. А боже, куда так это реально пациент, посмотри на него, куда у него прятаться? Одежда такая еще. Это какой-то странный звук, меня он пугает. А, нет, новый появился сейчас. Не, нормально, значит, пропустили, все. Не, я же говорил, ему просто лечиться надо. Так, что за подруга пришла? Выглядит она как медперсонал. То есть, получается, у нас тут и работники больницы, и также еще и пациенты. Не, ну она вроде бы норм. Ладно, пропускаю ее. Я смотрю, вроде бы все нормально. Так, проверим, что у нее там по... Так, где? А, вот она бежит. Так, я вижу ее. Так, она пошла в... Подожди. Она входит, проверяет по комнатам, видимо. Что она шарится? Не... Да, и лечь. Она, наверное, да, ищет кого подлечить. Так, у нас тут в зеленой комнате у пациента ХП маленькая. Не говори с тобой. Его надо лечить. И в красной комнате тоже. Она пришла в красную комнату тоже сейчас. Ну, проверила и ушла. Не, вроде как тоже нормально, нет? Ладно, этого пропускаем, этот норм. A few moments later. Ну а чтобы не затягивать видео, я сразу перемотаю на третью ночь, потому что в первой и во второй у нас не попадались аномалии. Вернее, они попадались, но мы их просто не пропускали. То есть мы прошли без проблем. Но вот третьей ночью начался хаос. Да! Мы прошли вторую ночь! И сейчас третья ночь второй главы. Все, третья ночь стартует. Будет сложно.
20 жителей. Да, мы и про вторую так же думали. И нифига не сложно. 20 жителей, ё-моё! Вы что, на приколе? Ну, пропускай тогда быстрее. А я не могу, оно же не дает. Так, ладно, пропускаем. Короче, пропускаем всех. Мне интересно, сколько мы так сможем прожить. Я даже в камеры не буду смотреть. Шо? У нас один чуть не умер. Так ты его просто спалил, это не важно. Если он умрет, ты его просто в этот... Но станет призраком. Нет, ты его это сжигаешь, он не успеет еще. Прикинь, больница. Новый тип получается. Ну да, и просто тебе нового накинут. Ты можешь одного, смотри, чисто ради прикола, не лечить. Странная больница. Больница будущего получается. Так, еще один тип. Пропускаем его, он нормальный. Так, не говори со мной. Так у него красное пятно какое-то. Так это просто татуировка бабочки, что, запрещено что ли? Если какой-то стрёмный будет посетитель, это ж мы вдвоем пострадаем. Так, у этого вроде бы все норм. По-моему, да. Иди давай, дружок, проходи. Дружок, я просто не понимаю, это женщина или мужик, непонятно. Ну все, он пошел дальше. Короче, даже проверять не надо. Ой-ой-ой! Чего? Превратился. Кто? Какой-то лютый плач. Я слышу. Прячься. О боже мой. Посмотри по камерам. У тебя есть могу. Сундук возле этого генератора. Ой, тут призрак ходит. Он летает. Ну и да. Я спрятался. Это пациент умер. И что делать? А, надо, подожди, да? Я спрятал. Нельзя попадаться, прячься в ящик. Блин, да, призрак. А в какой, о боже мой, емаут стрёмный. Походу это в одной из комнат, где вот это, ну закончил. Ну блин, надо было его спалить. О боже мой. Вот это стрёмно. А как теперь спасаться-то? Как теперь играть дальше? В какой комнате ты можешь посмотреть? Я его сожгу. Я не могу! Так, я выйду, ладно. О, боже мой! Он идет ко мне! Блин, а ни хрена себе! Так спокойно игралось! А, нет, помогите! Что, он тебя поймал? Да, почти. Так, я тоже выйду тогда. Он в какой-то... Да, я спрятался, я успел. Так, я дам... Спалить. О, боже мой, меня видит! О, боже мой, как теперь играть? Так, я быстренько кого-то заправлю генератор. В какой комнате тело, скажи, и а то сейчас еще один умрет. Я пропустил еще одну. Так, сейчас проверю те камеры. Зеленый? А вон он пошел. Желтый? Да, так. Желтый. Я спалил его. Все. Надеюсь, это нам поможет. Все, она исчезла? Я не знаю. Да, но... она исчезла. Все, фух. Мы появились. Боже. Еще один... еще один умер. Алло. Быстрее сжигай тело. Не получается. Почему? Нет. Да, вот он, призрак появился. Так, подожди, ждем пока, чтобы спалить его тело. О, господи, боже мой. Все, нам конец. Я вижу его. Он находится в оранжевой комнате. В оранжевой комнате умер тип. Все, он выбежал. Все, он убежал, я сейчас сплю его тело. Да, давай. Быстрей, я пока тут жду его. Боже! Да, блин, он меня напугал! А тут трое умерли, мне нужно кому-то витамин надо, чтобы я мог... Так, что, нет! Тебя убили? Алло, я посмотрю. О боже, он меня видит и сразу бежит на меня! Там трое умерли. Блин, три призрака, как потянуть-то? Подожди. Так все хорошо шло. Так, этот в норме. Этот в норме. Так, я пока иду, все норм. Везде, вот в этих трех комнатах. Почему? Нельзя. Я не могу. Вот! О боже мой, есть! Я спасся! О боже мой! Где? Где? Там же еще умерли, вон. Да! Я не могу! А, он еще не стал этим! Не стал призраком! О боже мой! Красный тоже. Так, где-то он встает. Напротив оранжевый. Так. Боже мой! Игра стала хоррором! Убегай отсюда. Так, подожди, ну я не вижу призраков пока. Ну в красный тоже умер. А! Боже! Что происходит? Генератор. О, черт. Так, ну по-моему завис во нахрен все. Я надо подожди. Подержись фонарик. Вот именно. Ты используешь фонарик? Сейчас. Ну да, я вот фонариком бегаю. О, нормально. Все, свет включается. Фух, почему такой страшный звук?
Давай пропустим этого. Нет, не будем пропускать. Нет, он без рук. Да-да-да-да, не надо. Так, надо продолжать дальше. Так, этому дать лекарство. Фух, какой-то из них должен был уже ожить. И его нужно сейчас спалить. Где-то призрак находится. Боже, я теперь соло, как мне это пройти? А! Что это? Что это? Что за звук? Ты слышал? Нет. Они не появляются, призраки. Фух. Ну, это, наверное, хорошо. Ну, наверное, забагало. Но я слышу звук стука, типа, в дверь, как будто бы. Но это нам на пользу. Вон он! Вон он бегает. Подожди. Он, наверное, слева придет. Быстрее в сундук. Так, подожди, вон он. А, надо пойти уничтожить его тело. Так. Ну-ка. О боже мой, он меня не видит. Я слышу его плач. Беги! Он бежит за тобой. Фух, он за мной. Боже ты мой, как пройти теперь эту игру? Так, пропустить кого-то надо. И сначала заправить генератор. Так. Все, генератор заправили. Так, доктор, прошу вас, разберитесь с ним. Блин, осталось 14... Охренеть! Тебя тоже напугало или нет? Конечно, это очень громко было. Охренеть просто! Ждем третий час, получается. Обосраться можно. Смотри, у меня даже скин пропал от такого страха. И снова появился. Блин, не, ну это пострашнее, чем та часть. Там не так страшно было, когда они появлялись. Тут прям вообще, притом оно забагало, нельзя было ничего сделать. А есть еще и режим кошмара. Короче, напишите, ребята, в комментариях, нужно ли нам проходить режим кошмара или нет. Но мы, кстати, ни одной победы еще не сделали. Надо какой-то пройти обязательно. Офигеть, вот это плейс.